Всем привет! Вы смотрите канал AlexDNPro, и сейчас я расскажу вам о том, как сделать снималку для овощей. Итак, вам понадобится пивная бутылка, желательно из жесткого пластика, вот, и длинная палка в качестве ручки. Итак, в бутылке мы делаем отверстие по центру, овальной формы или круглой. Вот. И дно бутылки вырезаем в виде коронки. Вот такая простая с виду конструкция. Давайте же посмотрим, как она работает. Итак, стоя на земле, мы можем снимать фрукты с высоты примерно 3 метров. Так. Единственное, только стоит выбирать сторону, чтобы солнце не светило вам в глаза, а светило в спину. Так, вот, собственно, мы набрали штук 10-15 слив. Вот видно здесь, да? Вот. И при этом не нужно наклоняться, просто в заранее поставленное ведро ссыпаем собранный урожай. Вот так. Сейчас давайте посмотрим, как оно происходит. Сам процесс, собственно. Мы просовываем в отверстие наш фрукт и тянем на себя или от себя в зависимости от ситуации. Так, теперь пытаемся снять фрукт коронкой. Просовываем фрукт между зубьев коронки и обрываем. Вот так. Ну, собственно, вот так все простенько и происходит процесс сбора урожая. Ну что ж, если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!